возле Дома профсоюзов продолжают появляться новые цветы. Даже спустя 3 дня после очередной годовщины майских событий люди приходят к зданию на Куликовом поле, чтобы почтить память тех, кто погиб в столкновениях 2 мая 2014 года. Мы находимся на Куликовом поле. И как видим, спустя 3 дня после годовщины трагедии, которая унесла более 40 жизней, возле Дома профсоюзов продолжают появляться свежие цветы. Ежедневно сюда приходят люди, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года.